17 марта в Доме культуры села Беранда Лазаревского района города Сочи прошло праздничное мероприятие, посвященное весне и первому весеннему празднику Международному женскому дню 8 марта. Организатор праздника – директор Дома культуры Аза Читьян. Мероприятие стало также своего рода открытым уроком, призванным показать, чему научились дети, обучающиеся в студиях Дома культуры за прошедшие 6 месяцев. Отметим, что важное направление работы Дома культуры состоит в том, чтобы передать детям культуру амшенских армян, и потому не случайно, что каждый номер, показанный на сцене в ходе праздника, касался культуры, быта и традиций древнего амшена. И обручная, это хорок. Хорок, чик. Чик, вот, гадзаза. Чик, саряд, я гадзаза. Гадзаза. С октября 2011 года в хореографической студии Дома культуры начали работу два прекрасных танцевальных коллектива, старший от 13 до 20 лет под названием «Аревик» и младший от 5 до 13 лет под названием «Цицернак». Художественный руководитель коллективов – Мигран Тополян. В репертуаре коллективов традиционные танцы амшенских армян – «Срапар», «Шурчпар», «Цаппар», «Наре», «Топалпар» и «Кочари». В Доме культуры также работает театр малых форм, в котором разучиваются сценки из повседневной жизни селян. Многие порой узнают себя на сцене и вспоминают, что подобное происходило с ними в жизни. В этом кружке занимаются много детей и взрослых. Хорошие успехи показывает и вокальная студия, представившая на празднике своих воспитанников. Сейчас готовимся к геноциду 15-го года, вот и готовим мероприятия, ну и все праздники, но у нас цель поднимать амшенскую культуру, поднимать именно культуру амшенского народа. Вот мы, у нас цель и учить детей армянскому языку, учить детей, они забыли уже не только историю Армении, но и даже язык забыли. И мы пытаемся все сценки, все мероприятия именно на армянскую тематику делать, чтобы дети говорили хотя бы на своем родном языке. Сюзанна Тарасян, Карен Исраилян, Артур Химченко, телекомпания ТВ3В.
Чернобыль.